Блокчейн является основой для всего криптовалютного мира. Современные блокчейн-системы должны отвечать высоким требованиям для того, чтобы выбор пользователей пал именно на них. Целью нашего сегодняшнего обзора является проект XinFin, который является достаточно молодым и амбициозным проектом, объединяющим в себе все самые лучшие функции системы блокчейн. XinFin – это гибридная блокчейн-сеть, которая объединяет в себе все преимущества частного и общедоступного блокчейна. Как и все самые известные блокчейн-системы, XinFin имеет крепкое основание в виде собственной монеты XDC. XDC использует уникальную архитектуру XinFin Delegated Proof of Stake – децентрализованный способ проверки транзакций, что позволяет поддерживать смарт-контракты и обрабатывать более 2000 TPS с незначительной комиссией в менее чем 0,1 доллара при высокой скорости подтверждения в 2 секунды. Такая технология помогает пользователю совершать быстрые транзакции и платить незначительную сумму за комиссии при различных операциях. Ранее было отмечено, что в основе проекта XinFin лежит монета XDC, которая является цифровым активом, управляющей сетью XinFin. XDC можно приобрести на биржах первого уровня, таких как BitTrue, Bitfinex, Probit и другие. Чтобы каждый смог приобрести монету XDC, необходимо показать краткую инструкцию. Для примера приобретем XDC на 10 долларов через биржу Probit. По актуальной ставке одна монета XDC стоит около 0,3 доллара. Вписываем необходимые значения в поле для ввода данных и подтверждаем выполняемую транзакцию. В результате транзакции мы смогли приобрести более 300 XDC монет, что является отличным вложением и поддержанием проекта XinFin. Приобретенные монеты XDC лучше всего хранить в надежном месте. Идеальным решением для этого является выбор кошелька Guarda, который совмещает в себе множество удобных функций и подойдет для пользователей Android, iPhone и ПК. Использование данного кошелька позволит сохранить все монеты XDC и при необходимости использовать их в своих целях. Безопасность и надежность данного кошелька обеспечивает сохранность вашего капитала и оперативность в исполнении всех ваших планов. Также монету XDC можно хранить в аппаратном кошельке Descent, который является самым простым и безопасным кошельком на данное время. Оптимальность данного способа хранения обусловлена повышенным уровнем безопасности и мобильности ваших активов, а также легкий доступ к использованию этих средств. Храня монеты XDC в кошельке Descent, вы можете быть спокойны за свои средства и можете использовать их в любую минуту. XinFin расширила свой функционал, добавив несколько полезных утилит. Данное дополнение является отличным средством поддержания своих пользователей в различных ситуациях. Утилита TradeFinex направлена на поддержку малым и средним предприятиям создавать собственные финансовые потребности в цифровом структурированном виде. Это необходимо для обеспечения эффективного распространения ценой информации для банков или небанковским спонсорам, используя единый стандарт распределения. Утилита BlockDegree представлена в виде децентрализованного приложения в сети XinFin XDC Network, который позволяет студентам и всем желающим участвовать в онлайн-обучениях и получать новые навыки в режиме онлайн. После успешного прохождения обучения и сдачи онлайн-экзамена выдается сертификат, хранящийся в сети XDC, который вы сможете показать всему миру и потенциальным рекрутерам. Утилита MyContract является промежуточным программным обеспечением, которое объединяет две любые централизованные системы, используя децентрализованные IP на основе блокчейнов XDC. Для любителей путешествий команда XinFin добавила возможность бронировать отели и авиабилеты на XL Trip с помощью XDC монет, что является крайне выгодным предложением. XinFin прекрасно понимает, чего они хотят добиться в будущем. Именно для этого они представили собственную дорожную карту, которая отражает реальные цели и их готовность на сегодняшний день. Самыми важными из них являются планы по созданию надежной инфраструктуры поддержки для сети XDC Mainnet с новыми интеграциями с кошельками, а также стимуляции быстрого внедрения XDC с DApps, которые в данный момент работают в сети XDC. Оба направления активно прорабатываются и постепенно приближаются к своему завершению. XinFin – это перспективный проект, который заслуживает отдельного внимания. Широкие возможности проекта, дополнительные функции и качественное выполнение обязательств делают проект XinFin одним из самых быстро развивающихся на данный момент. Пожелаем им удачи и будем следить за дальнейшими обновлениями.